Не пугайтесь, видео с дыханием на 10 секунд. Сейчас все пройдет. Вот, и я закончил практику холотропное дыхание. Делал я ее в лагере сыроедов на берегу Черного моря в Абхазии. Это был мой первый опыт. Пожалуй, хватит. Еще немножко покайфую здесь. Дальше пока не пойдем. Сейчас сложно вернуться в то состояние. Пока мало такой. Но я помню, как тогда поднимались энергии. Это было сказочно, конечно. Да, чувствуешь себя по-новому с каждым вздохом. Такая чистота, перенасыщение кислородом мозга от такого резкого и частого дыхания. Я, кстати, вообще не люблю петь мантры. Не знаю почему, то есть у меня, ну, может быть, так сложилось понимание, что нету голоса, там медведь на ухо или на чем там наступает, слуха нету, да? Да, кто хочет сразу услышать то, что я там буду говорить, мотаем на 4 минуты 56 секунд, я встану и уже буду разговаривать. Вот. Хотелось бы прочитать ваши комментарии ниже о вашем опыте холотропного дыхания. Есть ли такое, или вы считаете это меня сумасшедшим? Ну, а я, как видите, уже готов выложить это видео в сеть, потому что страха оценки у меня больше не существует. Я понял свою природу, свое предназначение и иду по жизни смело, уверенно, чего и вам желаю. Вот. Ну, пользуясь случаем, немножко зарекламлю себя, что я сейчас занимаюсь помощью раскрытия личности, раскрытия своего внутреннего потенциала, предназначения человека. Как это проходит, ну, с помощью общения, я не говорю какие-то указания, что вот так надо делать или вот так надо делать. Просто навязчивыми вопросами человек сам себе отвечает и понимает, что он хочет, в какую сторону двигаться. И первое общение даром, поэтому мои ссылочки в шапке канала, пишите мне, буду рад пообщаться. Потому что для меня это расширение опыта, понять, вникнуть в вашу ситуацию. А что мне дало такое право, да, то, что я разобрался в своих отношениях там, с мамой, с женой, то есть еще все проблемные отношения в своей жизни я меняю. Именно опираясь на свой опыт, я могу вам что-либо сказать. Темноты не хватало. Мне понравилось в темноте. Попробую еще раз вернусь сюда. Вот так лучше. Жека, вижу тебя. Ах, классно. Не, можно кайфовать на самом деле, вот, ну. Кайфуй, кайфуй. Сколько? Это, наверное, первый раз, когда я ушел все-таки в себя и. О, море, тут тоже классно. Я послушаю. Вот. Подписчикам что скажешь своим?
жизнь стоит того, чтобы жить. Капец, только времени шел. Ну знаешь, как вот от чего я заплакал и что понял? Вот самая основная последняя мысль. Я не мог отказаться от того, что ну дурь курить, короче, чем расслабляться. И я тут понял, что у меня нет нужды, короче, в этом. Кто тут? Вот это самое важное здание, которое я понял. Я прям такой, ну знаешь как, ну алкоголь как бы отвалился, я понял, что это вообще ну, бред, это нет нужды. Но я что-то оставлял, то есть, чтобы что-то это... Короче, я все равно курить хотел, а сейчас... Сейчас понял, что и без этого можно вставиться, да? Да не то, что без этого, я сравнил с этим, и я понял, что ну курить это вообще, это такой бред. То есть суть в курить какой? Просто ты чувствуешь вот это изменение, и дальше все, в тупнике в том остаешься, и все, и больше ничего. А здесь, ну, я пока еще, вот, ну, как сказать, то, что я там испытал сейчас, это было вообще круто. Это ни с чем не сравнимо. Меня даже глаза не видят, я сейчас, органы ощущений как-то поднялись выше. Все, что я делал интуитивно. Сначала я, как понял, я включился, короче. Там съемка идет, да? Да. Снимаешь круто вообще. Я сначала отключился, такой, ну я еще не имею, ничего не почувствовал, короче. Я смотрю, я засыпаю такой. Я, короче, такой в легком сне. Я такой, слушай, Максим, ты что сюда? Поспать пришел такой. Ну-ка дыши. Дышу дальше, хоп, смотрю, опять сплю. Я такой, просыпайся, ты не туда. Да, да, есть. А потом смотрю, что потом стало происходить. Ну я и дыхание разное начал что-то пробовать. Потом анемия рук пошла, я смотрю, закалючилась. Ну я как бы нормально, то есть, ну, я не чувствовал. Когда ты руками махать начал, вот так вот я офигел. Ты просто как викинг начал дышать. Бесстрашный. По-моему, у меня, короче, я вот на вот это вдох-выдох, я делал два выдыха, по-моему, так. Да, понеслась там. Ну я здорово, но самое главное, что я как бы я чувствовал, что вы рядом, да, что меня ничего не беспокоит, как бы. То есть как бы вашу поддержку чувствовал там, небесную какую-то поддержку. Потом мне захотелось просто интуитивно, я почувствовал, как вот эти коряги свои рассыпало, почувствовал силу в руках. Я думаю, свет в себе почувствовал, то есть я почувствовал себя таким, как воплощением Бога, что ли. И я же думаю, пойду по чакрам. И то есть, ну, и я как визуализировал, там что-то раскручивался, с ними работал. И вот, ну, на башке, конечно, я. На сердце что-то я вот любовь особо не почувствовал как-то, в горле что-то было. Ну вот мне понравилось вот верхний, как бы, когда вот здесь касался. Темноту, когда я зашел, мне вообще выходить не захотелось. То есть я там, в принципе, ничего не видел, я понимаю, что там, ну как, вот она мастерская, твори, что хочешь, короче, сейчас хоть что возникнет. Я понимал, что это первый опыт, что я, в принципе, никуда не спешу, я вот только родился как будто и... Ну это вообще фантастика, это так, такой кайф. Ну, для первого раза вообще отлично получилось. Коленка не вспотела. Вот. Но я даже сначала, ну я тоже думаю, сейчас может что-то думаю, буду там плакать, не плакать там. Не, ну я тоже, у меня страха оценки не было никакого. У меня, ну, короче, я не видел там страха. И, а хотел я прикатить еще раньше, то есть, я знаешь, а потом такой, хопа, отдышиваюсь. Да что надо еще? Ну, короче, как-то в потоке такой. Полный. Ну, правильно. Я вообще счастлив, я так вам благодарен, друзья. Красавчик. Я понимаю, что я вообще вот на нужном этом, я такой как понимаю, куда я иду. И я, знаешь, уровень такого мастера тоже себе почувствовал, ну, как бы не сейчас, а думаю, в будущем. Все-таки, короче, я даже понял, кем я как бы хочу стать или могу стать. Или какой-то вот портрет такой, знаешь, не внешний, да, как там в бизнес-молодости говорят, там, ну, напиши там сколько у тебя машин, там какой дом, да, там как ты выглядишь, как там общаешься, а какой-то такой внутренний такой. А еще хотел, когда я там очнулся, думаю, сейчас сразу в море побегу. Сейчас хотел. Ты, короче, первый холонавт, за которым мы присматривали. Ты справился прям на отлично, красавчик. Да хочется, ну, жить.